Акцию «Каникулы» с общественным советом провели в микрорайоне «Автотек». Маленьким магаданцам сотрудники госавтоинспекции рассказали о правилах безопасного поведения на дорогах. Детям объяснили, как правильно переходить проезжую часть и передвигаться на велосипеде. После мероприятия работники ведомства вручили ребятам памятки по соблюдению правил дорожного движения. Хочу с радостью сказать, что дети действительно знают правила дорожного движения. Видно, что родители работают и проводят профилактические беседы с детьми, обучая им основам безопасного поведения на дороге. Самое важное для детей в данный момент — очень много велосипедистов у нас, и важно детям знать, что до 14 лет на проезжую часть выезжать строго запрещено. Сотрудники Магаданской госавтоинспекции просят родителей ежедневно напоминать своему ребенку правила дорожного движения, а также показывать ему, в каких местах можно переходить проезжую часть, и собственным примером прививать ребенку навыки безопасного поведения на дорогах.